Предпринимателю из Чебоксарского района грозит штраф за использование лесных угодий не по назначению. Нарушение закона выявили специалисты Минприроды Чувашии. Накануне руководитель ведомства Александр Коршунов выехал на место, чтобы встретиться с бизнесменом. Еще в 2012 году Сергей Смирнов взял в аренду участок, чтобы разводить там пчел и заготавливать сено. В его хозяйстве было больше 30 ульев. Сейчас осталось около половины. Уверяет, что мед с пасеки не продает. В этом году предприниматель получил безвозмездное пользование еще 2 гектара земли для развития пчеловодства. Но, как говорится, что-то пошло не так, и вместо пчел на участке появились парнокопытные. Минприроды полагают, что это кабаны. Сам же хозяин уверяет, что купил домашних свиней-полукровок темного цвета. Пустил туда свиней, домашних полукровок темного цвета. И в итоге я их содержать не хотел, я их временно хотел разместить здесь, и потом в июне месяце хотел увезти в республику Коми, в Воркуту. Там маленько было повреждено земельный покров, трава, то есть свиньи съели. Теперь буду исправлять, приводить, как было раньше. За уничтожение лесной подстилки и повреждение лесных насаждений предпринимателю может грозить штраф в общей сложности до 5000 рублей. Сам Сергей Смирнов уже начал восстанавливать ландшафт. На том месте, где паслись свиньи, он посеял клевер.